Вообще все. И, да. И уже где-то час ночи мы собирались уже ложиться спать, и она решила в Facebook, говорит, о, Катя, а там типа народ собирается. Я говорю, а чё? Она мне рассказала, что я думаю, ну да, конечно, некрасиво, обещали и не сделали. Ну, просто тогда пришли, посмотрели и сразу ушли. Вот. И все там друзья там, а я не-не-не, все, не хочу. И на следующий день ты открываешь глаза, просыпаешься, включаешь новости, понимаешь, ого! И тут ты уже выходишь уже осознанно, не потому что там какая-то там Европа, Евросоюз, Евроинтернет, потому что так нельзя. Ну, то есть, как это, вы что, офигели? У меня было 6 ящиков пустых бутылок дома. И как-то я что-то об этом сказала, и мне там знакомый говорит, раздавай их на Майдан. И я так думаю, а вдруг вот эта вот бутылочка полетит какому-то там несчастному мальчику-ВВшнику в голову, а я ж как бы ее принесла. Ну, думаешь, в своих еще действиях относительно там, блин, мироздания в глобальном смысле, да? Вот. После 18 числа ты поймешь, что 6, было бы у меня, блин, 26, я бы 26. То есть ты уже, ну, без зацени. Потом в какой-то момент думаешь, а смог бы ты взять, если бы у тебя вдруг было? Пушка. Пушка? Вот ты думаешь, да нет, наверное, нет. Переступили этот порог, когда ты можешь что-то взять в руки, и когда ты еще не можешь. Вот мы думали, что мы победили самое большое зло, это, ну, типа, Янека, вот, и, ну, это самое большое зло, это просто была шестерка, типа, у самого дьявола. Школьник один называют маленький принц. Это что такое? Когда народ ломанулся на Грушевского к Верховной Раде, Беркут не пустил, началась большая драка, и там ночью много было раненых. Я уже понял, там настолько был серьезный градус противостояния, что уже было очевидно, что кто-то кого-то точно убьют. Каждый раз я кому-то из друзей звоню, то первый вопрос у меня был, там, я здороваюсь, привет, привет, ну что, ты целый? Получается, эта революция, она была против, а не за. То есть не было лидера. Просто в какой-то момент люди просто, они настолько были поражены несправедливостью происходящего, что они были готовы бороться просто для того, чтобы свергнуть то, что было. Но кто фактически сейчас никто не знает, кто вытянет вообще страну из этого всего и людей. спектакль состоялся бы при любой погоде. И это, ну, это не связано с Украиной. Украина – это определенный повод, определенный мотив, цепка такая, для того, чтобы разыграть какую-то более крупную игру. То есть мы видим на арене есть Соединенные Штаты и Россия. Ну, Европа там, как бы, между ходом. И то есть тут идет речь, скорее всего, о каких-то взаимозачетах. Замечательная французская тарелка. Белый туз, украинцы. А ты знаешь, какие красные? Все настолько озлоблены. Я уже не говорю о том, что говорят про Россию русские. Ведь в конце концов, это же действительно, ну как это, мы же были одной страной. И там то же самое. Они считают, что они так нас ненавидят, и мы, и у нас такая ненависть. Это... Представляете, это себе, чудовище. Это же мы были одной страной 350 лет. Ну так невозможно. Они и мы за полгода уничтожили то, что строилось 350 лет. Вот это чудовищно, вот это нам страшно. Как можно вообще? И вроде бы все православные. Главное это не убить, не обидеть, не солги. Все врут, все просто нагло врут. У нас люди не готовы воевать, не в состоянии воевать, они... Ну и потом это вообще чудовищно, да. Что значит воевать? Это воевать с самим собой. Да. Это просто идти на самоуничтожение. Вот представить себе. Но ты говоришь, как я могу, так сказать, поддерживать отношения с Кумлом, если ее падчерица... Мешала коктейли Молотова. Мешала коктейли Молотова. То есть она делала то, чтобы людей убивали. Ну как это? Ну что должно быть в голове такое случиться, чтобы убить? Мы-то, например, уже войны-то не боимся, мы ее реально не хотим. Ну, потому что мы понимаем, что когда реально хоронят людей, ну это пиздец. И ты этого не хочешь, там смертей, все это. Но тебе уже не страшно. То, что люди жизнь положили, я думаю, мы об этом не пожалеем, потому что теперь... Все политики будут знать, что люди могут выйти, что это уже не сказки, а это реальность, что мы голосуем, и мы имеем свое право голоса. Вот за это люди стояли. Мне очень тяжело там, сыну объяснить, да, что вообще вот, что происходит после революции, потому что как бы мои корни, они из России. Как бы вот так вот сказать, что типа русские все там уроды и козлы, это ни в коем случае нельзя. Поэтому я объясняю, что если я сам сейчас говорю, что происходит, я говорю, что Россия – это очень замечательная страна, а русские – это очень хорошие люди. Но у них, к сожалению, президент-преступник, который, манипулируя людьми, воспитывает в них ненависть к Украине. Фактически то, что сейчас происходит, это просто не объявлена такая война, да? Ну, которая официально не провозглашена для того, чтобы больше панику не создавать. Но есть такие военные действия, которые там... Да, но у него мощная крепость, он... Не, не мощная. Я был в Славянске неделю назад, я видел там этих сепаратистов вооруженных. Сепаратисты? И там были... маски людей, а под головами дроиды. Да, и там сепаратисты... Дроиды такие. Поню-поню. Что больше всего расстраивает во всем этом происходящем отношения с людьми. Не так пугает война, не так пугает перспектива военных действий в самом городе, как перспектива лишиться и потерять каких-то самых дорогих и важных людей. То есть все эти действия, они настолько разъединили всех, что нет вот какой-то грани, за которую ну, еще не перешли. Настолько люди озлоблены, настолько не ищут компромисса, настолько не пытаются, даже родственники, даже самые близкие друзья. У каждого какое-то свое мнение и... Очень мало людей, готовых вообще хоть к какому-то малейшему диалогу. То есть в основном все говорят абсолютно свою информацию, верят только своим источникам и совершенно не слушают человека, с которым говорят. Самое главное — оставаться людьми и помнить о том, что ничто, никакая ни политика, ни войны, ничто не может разъединить людей, если они остаются людьми. Что то, что я сейчас вижу, вот пришла весна после этой долгой серой зимы, полной смертей, этих переживаний, каждодневного напряжения. Там люди потеряли работу, кто-то потерял близких. И люди радуются реально. Вот они просто гуляют, я вижу, и радуются каждому дню. И это какой-то момент для того, чтобы нам всем понять то, что... жизнь – это нечто другое, чем мы себе даже представляем. Искусство на политическую ситуацию никак не влияет, никогда не влияло. Это считается, что красота спасет мир. Да ничего не спасет красота. Ночью я беспрерывно у телевизора сидел, в 3 часа ночи включаешь, чтобы посмотреть, там что творится, а там все это в огне, все горело, Крещатик, все это, ужас. Я такого ужаса не видел в жизни. You must diet, 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 diet. Beautiful diet. In this place, I sit in maybe 8 hours every day. 2, maybe 300 meters from this place is Maidan. Every time when I sit in my window, I have small tragedy. Why? Because I see Palace of Trade Union of Ukraine. Many people died in this house. Sorry, my English. I say in Ukrainian language. І це моя особиста трагедія. Чи я не можу бути там? вона підкреслюється тим, що зараз частину України забрав найближче для нас нація, росіяни, котрих ми вважали братами. Ось такі справи у нас. Але ми переможемо. Україна – victory. 100% victory. Ти знаєш, що я left hands, right hands, left hand, okay? Нет. Нет, скажи мама. Нет. Нет. Hat Mama gesagt. Mama, Mama. Спи спокойно. То наследие взяток, коррупции, чиновничьего беспредела, которое нам досталось после Советского Союза, это просто накопившийся временной интервал, который 20 лет независимости. И вот пришло время, когда новое поколение, подросшее, не хочет того, что было. Это нежелание украинцев жить в грязи, в коррупции, в том негативе, который присутствовал, а желание жить в цивилизованном, чистом, красивом обществе, обществе, которое будет похоже и на Европу, и на Украину. Коли я їхав сюди, багато людей відмовляло, кажучи, що ти ж із Донецька, люди як-то настроєні плохо к Донецьку, тебе там поб'ють, не говори на русском язикі, ні в коєму случаї, ні-ні. Але приїхавши сюди, я більш там боюся розмовляти українською мовою, ніж тут, російською. Люди вже провели свій референдум, який, насправді, мені здається, був як опитуванням, але більшість людей, майже 90%, підтримала Росію. Насправді, їх набагато, мені здається, набагато їх менше. Люди співчували ситуацію в Донецьку. В Донецьку теж є добрі люди. По всій Україні є добрі люди, але так же, як по всій Україні є добрі люди, по всій Україні є і поганці, які роблять хаос. Москвой. А про Харьков. У нас Харьков очень интересный город тем, что он очень разнообразный. Здесь очень много всяких влиятельных кланов, как и политических, так и криминальных. И Харьков это как маленькая модель мира какого-то. Я его так воспринимаю. Потому что здесь есть все абсолютно. Если бы вообще говорить глобально, то мне вообще не хочется, чтобы были границы. Глобально мама космополит. Да. Да. Мне хочется, чтобы как люди не было расовых там, классовых, кастовых. Ну, я понимаю, что это утопия. Вот. И правители должны любить свой народ, не разделять его. А если ну, с экранов льются такие штампы, мне это неприятно. Когда тех обижают, не когда этих обижают. Есть единый народ, да, со своими какими-то чаяниями, проблемами. Вот. И когда тех называют дебилами, тех называют бандеровцами, ну это как бы не камильфо. Вообще, надо жить, работать, любить. Не воевать. Не воевать и размножаться. Ну, в хорошем смысле. Яка дівчинка гарна. До свидания. До свидания, счастливого пути вам, всего хорошего. Чао. Слава Украине, бабушка. Тихо. Нет, не хочу это говорить. Не хочешь, бабушка? Я же не бандера. О, пока. Пока. Ты бабушку спровоцировал, да? Я, конечно. Конечно. Я Спасибо, великий провокатор. Но она вроде домашний такой провокатор. Не сильно агрессивно реагирует. Нет, нет. Ну, она человек все-таки умный, поэтому... Да, мамуль? Не, что-то не такое. Нормально все. Нет. Не волнуйся. Давай, пока. Вопрос о том, что такое европейские ценности, да, что такое азиатские ценности, что такое там скандинавские ценности. Ну, я, в принципе, считаю, что такого не то, что нет, просто не может. Есть какие-то общечеловеческие ценности, правильно? Как можно вот, оперировать такими понятиями и говорить, что вот люди там, допустим, на Майдане вышли за общечеловеческие ценности. Там у каждого, наверное, свои были цели. Я верю, что там была какая-то часть людей, которым искренне надоело то, что происходит. Это такое есть в любой стране. У нас это в силу менталитета, наверное, как я думаю, приобрело такие вообще жуткие масштабы. Если все было так просто, уже давно это, ну, этот локальный вот этот очаг, его бы как-то загасили. А поскольку вот, ну, не все так просто. Для чего это делается, мы потом узнаем. Может быть, даже ну, нас не будет, когда мы уже об этом узнаем, потому что это все во времени растянуто. Но что-то вот происходит такое. Но факт тот, что когда это все происходит вот в таких огромных масштабах, государственных, да, планетарных, то и цена, соответственно, такая вот ну, ужасная цена. И мы не нужны ни России, ни Евросоюзу, мне кажется, и поэтому мы никак не должны идти на одну сторону или на вторую. Мы должны оставаться по центру. Мы должны быть единой Украиной. Я считаю, это так. Это правильно. Тоже кажется, что нужно бороться за единство Украины, за то, чтобы Украина была единая, за то, чтобы областя не отделялись, потому что это что попало. Если каждый будет рассказывать то, что мы хотим отделиться, каждый становится там сепаратистом, это бред какой-то, если честно. Качаясь в качалке под пение звезд, я думаю, все хорошо, и вечер дурных новостей не принес, и в гости никто не зашел. Сейчас в обществе здесь происходит мощная трансформация сознания. То есть мощная смена парадигмы. То есть от вот этого ощущения своей неспособности что-то изменить к ощущению того, что только мы и можем что-то изменить. Именно сейчас рождается украинская политическая нация. Именно сейчас граждане осознают свою ответственность за свою жизнь, за свою страну, за жизнь своих детей. Майдан – это крайняя степень выражения гражданским обществом своего недовольства происходящим. А наша задача сегодня – перевести этот радикализм, который сыграл свою роль, очень важную в истории государства, уже сыграл, перевести в регулярную форму. Вот регулярная форма Майдана – это вот, собственно, и есть нормально действующее гражданское общество. Это общество, которое никогда не позволит никому над собой издеваться и навязывать себе какую-то волю. Главный урок – это то, что революция должна перейти в эволюцию, не предав саму себя. То есть идеалы должны остаться идеалами, но эволюция должна в нас победить революцию. И нет никого, даже дети все спят. Вода в кранах тоже молчит, а звезды по небу все так же кружат, и сердце уже не болит. Кто там? Сорвались сегодня. Хорош. Мама. О, поезд. Я не вижу, что нужно собрать. Что делать? Король смотрел на Айка светлыми ласковыми глазами так просительно и так... Ich? Du hast schon Dom gebaut. Это Home. Все остальное это не важно. Это все люди думают, хорошо или плохо. А просто должен быть дом, куда должны приходить друзья. Freund. понимаешь? Вас ждем. Пока-пока. Welcome. Welcome again. Next time. Україна, Івано-Франківськ. Україна, Харків. Україна, Хмельницький. Україна, Черкаси. Україна молода держава. Вона існує як незалежна 20 років. Етнічні групи дуже великі. Поляки, венгри, молдовани. Спочатку починалося з того, що всі нав'язували любити іншого, там всі модно було в Германію, в Росію, там в Америку, всі брали приклад, а тепер це стає прикладом того, що не треба любити чужу країну, а треба любити свою країну. Україна, Дніпродзержинськ. Україна, Южний. Україна, Херсон. Україна понад усе. Україна, Ніколаїв. Слава Україні. М'ясо. Ми готуємо настоящий русский суп. Український. После вот этих событий зимних я считаю, что молодежь наша очень просто потрясающая. Они настолько имеют свою точку зрения, они настолько свободолюбивы, они настолько патриотичны, настолько умницы, что я очень горжусь нашими ребятами, которые воюют и которые сейчас вот, они спортсмены, они не воюют, они гребут. Это очень тяжелый вид спорта, гребля на байдарках. Это надо иметь какой-то стержень такой в душе. Мы хотим поучаствовать в чемпионате Европы, чемпионате мира. И хотим дружить со всеми. Так что снимайте о нас фильмы, показывайте, говорите всем, что мы хотим мира, мы против войны. Я стараюсь не смотреть на новости, стараюсь не слушать тех людей, которые в негативе все это воспринимают и относятся к ситуации. Да, ситуация, конечно, нездоровая, очень нездоровая. Никого обвинять в этом не буду, потому что мы до конца не знаем правды, какая на самом деле. А если мы будем концентрироваться на войнах, негативе, внутри себя будем чернеть, и будем, вокруг нас будет только злоба и плохие люди окружать. Вот, поэтому надо от себя начинать нести свет, нести счастье, любовь и радоваться жизни. Нужно любить Украину и людей на всей земле. Куда, чуть вперед, чуть вперед. Подкричите. Пошли, подкричали. Ну что? Владислав Геннадійович нагороджує своїх підопічних та спортсменів зони бронзовими медалями чемпіонату України. Ну, я с детства всегда искал ответы на вопросы и как-то так искал в окружающем мире, и потихоньку меня эта тропинка приводила к пониманию, что единственный способ жить счастливо – это жить, скажем так, в гармонии с миром. Вот. Чем больше нарастает сила, тем больше она формирует силу противодействия. Чем больше наша коррумпированная бандитская власть давила на народ, тем быстрее она готовила свой конец. Законы бытия, законы гармонии, которые никто не отменял. События, которые сейчас происходят в Украине, которые совершил, допустим, товарищ Путин, он сделал их вразрез. Вот. И он об этом очень скоро пожалеет. Потому что вот этот Днепр тек, течет и будет течь. И это нужно понимать, что человек всего-навсего, вот, скажем так, маленькая букашка. К моменту, когда мне поставили диагноз, я уже еле ходил от боли. Вот, научился делать себе уколы в задницу сам даже. Все, колол все, что можно было купить в свободной продаже. Диагноз – лимфома Ходжкина на 4-й стадии с поражением костей. Лечение в этой болезни, оно значительно тяжелее, чем сама болезнь. Впереди тебя ждут такие муки, о которых ты даже представить себе не мог вообще. И ты думаешь, а зачем тебе бороться? А зачем тебе возвращаться? Что тебя ждет в этом мире? Тогда меня спасли походы. Горы, дождь, грязь. И ты идешь вверх. Ты грязный, мокрый, уставший. И там, ты знаешь, что вечером это не будет ящика с золотом, вот, не будет королевы красоты, просто будет вечер, просто будут друзья, костер. И все будет хорошо, и будет завтрашний день. Черепаха! Вот это понимание, что жить надо ради жизни, вот тогда я встал с колен и начал дальше жить. Так, з дитинства робота. 20 років прийшов з армії, женився. Жінці було 15 років, я 20. Там діти пішли, я пішов на трактор. Стройка, строїлися. Появився друг сім'ї в мене такий. В мене не було друг сім'ї. Помагав жінці. Ну, так я подав на розлучення, розвівся, переїхав сюди до сестри в Миколаїв. А щастя, яке я знаю. Постійно робота. Вдома тут зараз коло хати гектар города, треба його обробити, треба його посапати, покосити. Молоко зараз продаємо. Рубль 95 літрів молока. Попробуйте прожити. Ні зарплати, ні пенсії, нема нічого. Це на тому молоку. Що заробляємо, то так живемо. Таке життя коротеньке. А життя йде швидко, як вода. Взагалі не було ще такого жиля. Обично в це время... Вы похудели, привет. Добро пожаловать в Одессу. Было просто убийство, людей загоняли, расстреливали. Потому что выносили всех людей с пулями в голове, уже обожженных. Украина говорит, погибло 46 человек, Россия 116. Отсюда падали, кого спасали, кого добивали. Кто Киев винит, кто Россия. Есть люди, кому это надо было. Обидели Одессу, очень обидели. У нас очень дружный город. Мы все друг друга любим. Вот так взяли, сожгли, просто на пустом месте столько людей погубили. Поцелуй, бабусь. Вот так. Она любит бабусь. Вот, вот так, вот так. Когда познакомились, было тяжело, конечно, первое время, никак не могла привыкнуть. А потом потихоньку уже привыкла, а теперь сейчас, даже если он не хрипит, значит, что-то неправильно, что-то не то. Сегодня день выборов президента и мэра города. Мне весной и осенью надо обязательно ложиться в больницу для прохождения лечения. Вот. Поэтому как бы в этот раз выпало так, что я буду проводить выборы в больнице. Радоваться жизни надо. Могло не быть и этого. Вы не на выборах? Не, я в эти игры не играю. Самое главное в рыбалке что? В Писании написано. Время, проведенное на рыбалке, не засчитывается в срок жизни. Самое главное. А рыба на базаре купим. На базаре все есть. We can go. Что мы можем сказать по поводу Одессы? Люди супер. Смекалка у людей супер. Язык и сленг у людей супер. Ну вот, а я что могу сказать, что Одесса лично мне нравится тем, что здесь ну, как-то легче дышится. Здесь я нашел свою жену. Да. Спасибо Одессе за жену. Стоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, на полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода, Идет вообще музыкирование, и вдруг, ломая ритм, начинает солировать один из музыкантов. 1000, да? Можно не... 100000. Нет, это 1000. Аббревиатуры, я не понял. Да, ну, на самом деле, просто из-за этой ситуации только хуже стало. Типа, людей убили, а толку никакого. И сейчас эти выборы. Вообще. Окей, вообще. Все классные замесы, потому что классно мы сегодня собрались. Это классно, потому что... Я люблю очень цветы, и мое одиночество скрашивают мои цветы. Вот он, наш Порошенко. Интеллигент, языки знает, общается с президентом Америки и в Евросоюзе, он с ними на равне. Это меня награждали вот недавно этим знаком, эту коробку лучших тренеров. Ну, так они не очень такую купили. А есть, конечно, полученные компьютеры. Это мои и за моих учеников. Мой любимый талант готовит его на Олимпийские игры. Мой любимый лук. Катми, як танцори, артисти вуличні, багато подорожуючи, знайомичись з людьми, з європейськими хлопцями, дівчатами, з Росії, з Білорусі, з Молдови. І завжди між нами було щось дуже таке крепке, внутрішнє, яке тримало нас. В першу чергу це людяність, те, що є у нас серця, ми один одного можемо дуже сильно любити. Але насправді оці всі речі, вони навіть на якомусь несвідомому рівні нібито посварили, конфлікт створили між нами самими. Чомусь ця ситуація, вона зацепила всіх настільки, що ми тепер чомусь один одному вороги. Денсінг. Здорово, що люди стали більш свідомі. Тобто вони вже не живуть в такій, дійсно, в рожевих окулярах, а люди вже просинаються, дійсно. І українці, вони вміють терпіти, вони можуть чекати, але коли терпець ривається, до кінця буде йти навіть найсильніший той українець. Наскільки все парадоксально навкруги, і що тут вже погано, тут вже добре, але воно разом не віддільне, ну ніяк, нікуди не від цього не дітися. Я вірю в щастя в Україні, вірю в щастя кожної людини. Искусство — это достаточно тонкие материи, ты в них входишь, и тебе интересно в этом жить, тебе не хочется думать про какую-то ерунду, там, чтобы, знаешь, там, чтобы творилось бог знает что. Ты просто живешь, ты наслаждаешься жизнью, когда ты в этом. Оно не может спасти массы, оно может спасти тебя, там, кого-то, вот, кто почувствовал, вот так вот, я думаю, скорее. А те, кто встроены в какой-то такой механизм, любой там политик — это винтик этого механизма. И он как-то там начинает работать, что в принципе он уже не замечает, там, не задает те же вопросы, зачем жить. Если заведен механизм там, на уничтожение чего-то, да, вот оно и работает. Как его разрушить, вот это да. Нам нужно идти своей дорогой, а дорога у нас одна, к общему миру. И, конечно же, это будущее поколение, это молодежь. У нас сегодня очень много талантливой молодежи по-настоящему, и неплохо образованной, и стремящейся к каким-то идеалам. Я это вижу каждый день сегодня, и это не может не радовать, потому что, значит, у страны есть будущее. Придется пережить, очевидно, очень трудные времена. Экономические и психологические, потому что подвижки будут очень большие. Это фактически полная перестройка всей нашей жизни, чего за эти 23 года по-настоящему не произошло еще. Но зато есть перспектива таким образом, есть за что страдать. Смысл обретается таким образом. Очень легко вывести на улицу и заставить поверить в кого-то ни было, даже если это Порошенко. Хотя еще год назад никто бы не хотел голосовать за Порошенко, потому что он же олигарх. Украине, может, и лучше экономически будет без Донецка. Донецк не такая уж прибыльная территория, как все считают. Если они хотят, то почему бы не было их отпустить миром, да? Но на самом деле там же тоже внутри делятся мнения, так или не так. И это все... Ну и опять мы приходим к началу, что это все геополитика, тупо геополитика. Крыму лучше с вами, лучше не с вами, Украине идти, в НАТО не идти. Это все, ну, не... это все миф, это все иллюзия, это все о том, что мы говорим, но это нереально, мы не можем этого потрогать. А мы можем потом только трогать эти холодные трупы людей, которые валяются на этих улицах. И за что? За что? Ни за что.